Команда против закончить разбиться. Добрый день, уважаемые любители хоккея. Разрешите от лица всех мужчин поздравить прекрасных женщин с праздником, пожелать им здоровья, счастья, любви. Ростехнациональная корпоративная лига представляет вашему вниманию матч регулярного чемпионата сезона 2014-2015 года в дивизионе «Золотой» между командами «Космо» и «Юнис-75». Звучит гимн Российской Федерации. Thank you.
Thank you.
С передачей Юрия Величкина номер 89 шайбу забросил Максим Приступлюк номер 5. Thank you.
Thank you.
передаче Станислава Казанцева, номер 55. Шайбу забросил Илья Павлов, номер 35. Thank you.
Команда «Босс» играет в полном составе. Thank you.
передачи Михаила Деева, номер 15. Шайбу забросил Евгений Бухара, номер 81. За задержку соперника руками по штрафу наказан Игорь Хацей, номер 27, команда «Космо». Thank you.
сезона соперника Крючка и монографа Наказа Павел Зимаков, номер 14-й, команда «Космо». Команда «Космо» играет полный состав.
76-75. Объявляется перерыв 2 минуты. Thank you.
1975 играет в полном составе. Команда «Космо».
передача Евгения Бухарана, номер 81, и Андрея Кудашева, номер 19, также забросил Евгений Громов, номер 18. Выброс шайбы за пределы игровой площадки. Манустратов наказывает Александр Шульман, номер 4, команда «Космос». Thank you.
Передача Евгения Парана на 81-й. Также запросил Михаил Киев, номер 15.
Кель скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с любовью ради этой встречи с тобой. Вез я где-то был за мной. Знаю, это было не зря. Все у нас этим было не зря. Не напрасно было. За задержку соперника руками попал сразу наказан Константин Зайцев, номер 84, команда «Юность» 75. Передача Алексея Березкова, номер 33, Евгения Кучерова, номер 87, шайбу забросил Андрей Кудашов, номер 12. Команда «Юность 75» играет в полном составе. Последние 2 минуты матча. Thank you.
матча больше. Со счетом 4-2 победа выиграла команда «Юность-35».